Добрый день, друзья. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Я выпускаю цикл роликов, посвященных игре на электрическом инструменте, электроваргане, электрокубызе. С использованием инструментов различных мастеров. Смотрим звук, тестируем. Вот у меня небольшая коллекция инструментов, и я хочу попробовать их как бы потестировать на вот такой насадке. Представляет она себя усилитель низкой частоты, саму насадку с электромагнитом внутри, с катушкой, специальное зажимное устройство для варгана и программный генератор частот в телефоне, который подключается к усилителю низкой частоты. Вот усилитель питается от 24 вольт от сети, от специального источника. Вот, и вся эта связка работает и вводит в резонанс язычок варгана. И мы можем на нем играть. Вот сегодня тестируем инструмент Сергея Летягина. Я уже с ним делал ролики. Вот, очень хороший мастер, который делает классные инструменты. И вот один из таких инструментов, вы его, наверное, знаете, может быть, кто-то уже приобретал в таком футлярчике. Вот, и такой инструмент мы поместили в электрическую насадку, и сейчас будем играть. Значит, прежде чем играть на вот этих всех электрических инструментах, вы сначала прислоняете губам варган и не включаете, чтобы не было резонанса, чтобы не побить зубы. Вот, включаете и потихонечку начинаете вводить мощность низкочастотного усилителя. Yo.
Яркий звук у органа Тягина, потому что язычок достаточно жесткий, то есть для того, чтобы получить яркий звонкий звонкое звучание, нужно брать все-таки или средний, или жесткий, лучше средний язычок, либо средний такой, и получается такое яркое, хорошее, звонкое звучание данного инструмента. То есть вот с мягкими язычками я уже показывал Вахитова. Басовый, у него глухой звук, это яркий, очень звонкий, очень интересный. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои ролики. Голосуйте за мой канал, голосуйте за мои ролики, пишите комментарии. До новых встреч, дорогие друзья.